Приветствую всех на Диком Западе. Давно не были тут. Продолжаем кампанию за Соломона де Лира, ученого, и тройку Персонсов. У них одна фамилия, на троих разное оружие. Ребята нам помогают в миссиях. Мы пытаемся разобраться, что происходит, почему сходит с ума. Итак, смотрим, идите на железнодорожную станцию, чтобы больше узнать о безумии. Поезд, сошедший с рельс, это не железнодорожная станция, вот она. Так, мне еще интересно, так, почему у нас горит единичка? Может, какие-то бонусы есть? Так. То есть можно ли ходить не только куда сейчас показывают? Мастерскую, наверное, что-то можно сделать. Индийской деревне были тут. Соломон отправился на деревню индейцев. Ее обитатели были эксцентричны, а лучше многих сохранили здравый ум. Заработать 50 баксов за 3 набора запчастей. Сейчас посмотрим, что у них можно выторговать. Передвижение, кровавленная рубашка. Плюс 1 очко здоровья, это хорошо. Можно кому-нибудь торговли, и у меня вот нету защиты, троих вообще никакой. Так, или ботинки, или рубашка. Почему часто не могу торговать? Так, священный амулет. Про что у нас? А, ботинок-то мне кажется навал.
плюс 50 максимальной удачи тоже в защиту. Сюда-то почему ничего не могу положить? Табак, трубка шамана. С необычной смертью трав максимальное значение удачи повышает. Табак улучшает прицеливание. Эликсир целебный только у одного, у двоих. Ну все. Так, станция, значит, он тут. Паровозник, который смог. Салмон нашел заброшенную телеграфную станцию и депо. Повсюду валялись разбросанные официальные доклады и частные письма. Салмон прикинул, сколько разной информации содержится в этих записях. Возможно, оттуда уже можно даже узнать, как распространилось безумие. И мы начали свои изыскания. Пока Салмон читал все, до чего мог дотянуться, Персон сохранял телеграфную станцию. Первая партия прочитанных документов не содержала ничего полезного, но Салмон продолжил чтение, твердо решив не пропускать ни единой зацепки. Он надеялся, что его рвение даст людям Тернера, не даст людям Тернера держать над ним верх. Продолжаем читать. На это ушло несколько дней, без счета нервов. Салмон не раз подумывал прекратить. Ни в одном из писем соседних штатов не упоминалось ничего о болезни. Салмон чувствовал, что упускает нечто важное. Он был истощен, но все же продолжил читать, зачитываясь до глубокой ночи. Приготовиться к бою. Свободных карт у меня нет. Поэтому готовиться нам не к чему. Выступаем в бой. Расследование безумия привело Салмона на железнодорожный вокзал и телеграф. После нескольких дней чтения журналов его отряд подвергся нападению. Но мы внутри. Solomon found himself in a maze of trains and stations. The scattered notes he'd found rearranged themselves into a giant telegraph hub. The Pinkertons stared at him with hollow eyes, listless and lethargic. When he finally heard Trumer Cliff's voice telling him to find his answers, DeLear realized he was dreaming. Обстановочка. Где-то движение есть. Услышал. Так, отрикошетить он не сможет, а вот... Что у нас тут с золотой пулей?
Сюда никак. Нет, все хорошо получилось. Все, ждем дальше. Первое у нас вот аж где. Ладно, придется выходить. Наверное, опасно. А, звук еще. Запах крови. Можем услышать. Так. Нужно еще два хода, два остановления. Я забыл, что перезаряжать надо каждый ход. А, давай тоже наружу. Тут нет окна, только вот здесь есть. Ага, вот здесь еще есть окошко. Красавчик. Готов. Так, Белир на угол. Наблюдать, прикрывать. Так. Все, все остальные стрельнули. Ага. Здесь не хочется его оставлять одного. Потому что кто-нибудь ворвется, как это обычно бывает. Может случиться нехорошее. Так, может повнутри пройдет. Нет, все, идут все вместе. Тут уже опасно. Со всех сторон есть какие-то прострелы непонятные. Как он ее не заметил? Кошмар бреда. Гаси кошмар. Гаси. Чуть лучше.
крышку. Вот сюда. Так, все сходили, все готовы. Хоть врага где-то шлепнул. Снайпер в прикрытии. Так, да, вот сюда. Слушай, ништяк, дырир. Давай сюда. Сходили. Тишина. Персонс, по-моему, провалится, если я сюда встану. Так, тишина, снайпер наш. Сделаю хитро. Зайду и посмотрю из окна. Так, нет, сначала ты сходишь. Тут тоже подвал, только вот непонятно, как он видит. Наверное, может под станцией туда сразу. Но нам-то надо сюда. Поэтому дыр. Врывайся. Звуки они странные издают. Нечеловеческие. Так, дилер почистит и выйдет вот здесь. Потом мы стоим, прикрываем. Все нормально. Еще один звон. Шумит. То, что я боялся, что сейчас кто-то заскочит. Спиной сел ему, мандец. Так, Соломоша. It was clear to Delir now. The madness existed only within this region.
Трумерклифф's voice urged him to find more clues. Голос подтвердил ему найти больше зацепок. Так, если он выскочит здесь... сюда. И через стену. Махнулись. Рискнем. Как снайпер наш. Не понял я сейчас. А, у него один патрон, все правильно. Так, отдохнули. Дальше двигаться. Так, Персонс, но не ты, а ты. Ясно, понятно. Так, Соломуша. Организованно подходим. Хорошо, все, счастье. Ё-макарёк. Упорол. Соломоша, ты почему прозевал? И промахнулся. Вот это звук. Все, осел лежит. Так, но обошлось, по-моему, малой. Достаточно крови. У него листья табака.
лечиться пока нечем. Так, ну сходили, а, Соломоша. Так, тут прохода нету на стены. Здесь проходы могут навернуть. Блин, как все непросто. Так, там его никто не прикроет. И плюс еще 2 очка потратится, так что мы вот отсюда посмотрим на тамошнюю обстановку. Да не ты же, ну! Слушать следующий ход. Так, ты давай сюда. Все, сходили. Так, вот интересно, Соломон. Персонса лечить может? Да нет. Видимо, не могу. Тут прям все нехорошо. Блин, там все ракурсы открыты, хоть так, сюда я не могу. Так, сходили. Шлепает. Кошмар паранойи. Лупи. Где-то там. Голосок. Так, ну ты-то, конечно. Нет, смотри-ка. Все хорошо, никого больше не видим. Сходили. Опять кто-то где-то там шелохнулся. Чину сейчас промахнулся. Крыса ты косая, держи. Так, есть мнение,
эта обстановка резко обострилась. У нас подвис мистер Пёрсон. Второй где? А, вон он, ёбаный в рот. Сам погибай. А у этого 62, блин. Убил этого. Красава. Так, теперь Соломоша. Два хода, ну ёлки-палки. Гир-снайпер наш. С золотой пулей. Прикрыл товарищей. Все, все хорошо. Все сходили. Трехстолку тоже перезаряжу. Долго у нее история с перезарядкой, поэтому лучше. Ход один посветить. Бочком-бочком за паровозом, потом сюда и сюда. Так, здесь не видно там. Следом. Готовьте там плододаром. Так, Соломоша на их место. Так, наш мистер снайпер в укрытии. Мистер Персонс. Так, поспокойней. Все идет хорошо. Никто нигде не бегает. Так, второй номер сюда. Гир-снайпер на месте. Соломон. Пока только сюда. Не может. Давай сюда. Тоже не может. Почему?
точно вот место. Вот жалко, написали бы, что все враги убиты. Спокойно попробежался, взял. Сейчас тут страшновато. Так, давай сюда. И охраняй. Тебя куда ни сунь, везде плохо. Another mystery. Why did the asylum patients relapse after returning home? The solemn voice intoned that there were too many unknowns. Ходили. Все хорошо. Какой-то, блин, алтарь. Давай сюда. По крайней мере, услышишь. Так, снайпер, снайпер, снайпер. На позиции. Вот здесь бы встать, но тут проход все-таки есть. И он очень опасный. Станем здесь, Соломон. За оградку. Низкий старт. Так, я не понял. А, он не может пройти, тут плуг лежит. У тебя почетная обязанность ворваться. Красава. Ты зачем сменить оружие? Я не про это тебе говорю. Сюда давай. Все, ждем. Реакции нет. Кроешь угол. Все по местам. Ты прячешься здесь. Выжидаем один ход, если нет движения, читаем записки. Соломон. Said that a comet appeared the night the madness started. Realization thrilled through him. Delir was ready to make his conclusions. He knew that certain physical substances like mercury could cause madness. If that were true, then the plague could have a physical source. What if the comet had become a meteor?
Могло ли это стать всему причиной? Лабиринт пропал из виду, голос Трумэнклиффа отдалился и оставил. Ну, сложненькая была архитектура сейчас. Ртуть вообще-то вызывает отравление. Салмон, Делир и Персонс приготовились противостоять безумию, охватившему окрестности. Ртуть — очень сильный яд, пары ртути. Поэтому очень опасно разбивать градусники и ртутные, и не собрать всю ртуть. Она может годами лежать где-нибудь потихоньку, испаряться. От кошмарного сла Соломона пробудили свет и взволнованные крики. Он не сразу сообразил, что с ним и где он находится. Один из персонов прокричал, что они нашли под полом станции тайник с золотом. Соломон, однако, мог думать только об источнике безумия. Он был теперь убежден, что метеорит упал где-то в этих землях. Им нужно было только выяснить, где именно. Но сначала он должен был убедиться, что в его мастерской есть все нужные инструменты. Пусть выдумывают противогаз. В ту ночь Соломон совсем не отдохнул. Кошмары, мучившие его на телеграфной станции, тяжким грузом давили на рассудок Соломона. Он беспокоился, что мог сделать первый шаг навстречу безумию. Отправляйтесь в мастерскую. Тут столько много этих появилось. Открыть доступ, да, ко многим. Денег прибавили. Карта интересна. Открыть окно карты, да, мигает, что-то появилось. Так, туз пик, способность, молитва активная, требует 25 единиц удачи, дает случайные мощные бонусы. Валет бубен, целебная тень, пассивная карта, восстанавливает здоровье, если вы находитесь не на солнечном свете. Очень полезно в кошмарах. Вот сейчас был кошмар, потому что подписаны были, то есть это были не люди, а именно какие-то они кошмары были. Десятка пик. Что у нас еще? Валет бубен, целебная тень. Вот, король трев, ужас. Ближайшие паникуют. Ближайшие враги. Три карты всего дали. Итак, молитва. Молиться время может только у этого господина. Плюс 8 зрения, вот это хорошее, пусть будет. Он у нас как раз на прорыве постоянно будет замечать их. Так, десятка пик и валет бубен. Тоже зрение, тоже плюс 8. Вот этот у нас пока без особого бонуса. Но он и так хорошо стреляет. И все время вторым планом идет, ему не очень нужно быть мега крутым перцем. Ладно, в мастерской в следующий раз починим, наверное, оружие. Ладно, сейчас быстренько схожу. Посмотрю, что там, может, задание какое-то нужно сделать. Соломон заперся в мастерской на целый день. Он построил бур, чтобы извлечь метеорит из кратера. Еще он собрал измеритель безумия, чтобы при каждом визите в какое-нибудь место проверять уровень царившего там безумия. Соломон был уверен, что рядом с кратером этот уровень будет повышен. Найдите кратер, следя за измерителем безумия в разных местах. Соломон заказал части через Pony Express. Теперь это была мастерская Соломона Делир, полностью переработанная и готовая к использованию. Ага, обнаружителя на чертежа такого нет.
вот он, измеритель безумия. Ну, через Pony Express, потому что вариантов больше нет. А что именно? Револьверная винтовка. Пистолет-гармоника. И продать нечего. Только дирижер-убийца какой-то. Без него входим, не принимает он. Тогда не пойму, что можно купить и зачем вообще этот Pony Express. Все, в следующий раз уже пойду по разным вот этим местам, буду следить за индикатором безумия и искать кратер. Спасибо тем, кто смотрел. Игра своеобразная, но возвращаться в нее приятно. Всем счастливо и удачи. Пока.